находитесь на моем музыкальном блоге. Вот уже около 2 месяцев у нас не было никаких разборов. Но, несмотря на это, мы с вами продолжим разбирать наши песни из видео «25 песен за 8 минут». Сегодня мы разберем с вами песню группы «Звери, танцуй». Вначале покажу вам куплет и припев. Ночь стала риск, сказки для близких, как плещет дождь, обжигающим виски. Мокрые волосы, губы так близко, брызги неоном, снова и снова танцуй. Для меня, танцуй. Разберем песню по порядку. Вначале у нас идет вступление, в котором играются такие аккорды: ГМ, ЦМ, Ф, ДМ. ДМ желательно играть не открытыми струнами, а баре, потому что у нас тут используется бой, где нужно блокировать струны, а с открытыми у нас не получится. Вступление у нас начинается таким боем. Бой довольно непростой. Тут нужно некоторые струны зажимать, а некоторые блокировать. Итак, начнем. Берем аккорд ГМ. На этом аккорде у нас играется такой бой. То есть сначала мы делаем один удар по струнам, потом чуть-чуть их отпускаем, немного оставляя блокированными. Таким звуком делаем низ вверх. То есть тут все просто. Сначала делаем удар по струнам, потом блокированными струнами делаем удар вниз-вверх. Как блокировать, я уже объяснял. Вам просто нужно ослабить пальцы. Они блокированными получаются. Делаем 2 раза вот этот рисунок. Дальше переходим на аккорд ЦМ. Тут бой у нас уже продолжается так. То есть соединим аккорд ГМ и ЦМ. На аккорде ЦМ у нас играется бой так. То есть первый удар у нас блокированный, второй зажатый, блокированный, зажатый. Вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Показываю медленно соединение 2 аккордов ГМ и ЦМ. Дальше переходим на аккорд F и, как на ГМ, делаем те же самые удары. Вниз, вниз, вверх, вниз, вниз, вверх. То есть первый удар у нас зажатый, вниз, потом блокированными струнами делаем вниз, вверх. Снова зажимаем вниз, вниз, вверх. Дальше берем аккорд ДМ. Тут бой такой же, как в ЦМ.
То есть вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Соединяем два аккорда. Снова F и DM. Теперь соединим 4 аккорда. Эти аккорды нужно играть очень резко, чтобы они звучали четко. Когда мы делаем удары вверх, не нужно проигрывать все 6 струн. Нужно как бы резко большим пальцем задеть 3 нижние струны. Резче получится. Это по сравнению с ударом вниз. Когда мы делаем удар вниз, мы задеваем все 6 струн, чтобы удар был мощный. Но вот когда мы делаем удар вверх, нужно задеть только 3 нижние струны. Вот тут такой небольшой контраст, и он дает очень интересный момент. Далее у нас идет, как бы это сказать, предприпевная часть, когда мы поем «Танцуй для меня, танцуй для огня, танцуй для меня, танцуй, танцуй». Ну, такая припевная часть. Тут у нас аккорды. Начинается ГМ, потом ЕБ, ми бемоль, мажор. Потом аккорд СМ. Снова Е, Б, потом снова Г, М, Е, Б, С, Ф, и пошел припев. В предприпевной части, как и в припеве, у нас играется тот же самый аккорд, как в начале. Только в начале этот бой игрался очень резко, с блокировкой струн. А когда мы уже доходим до предприпевной части, у нас тот же самый бой, ну почти тот же самый бой, играется уже без блокировки, то есть... То есть тут идет такой напор на припев, набирается, да? В предприпевной части нам нужно сыграть немножко измененный бой. Он изменяется тем, что в куплете мы играли 2 удара, а здесь нужно делать 1 удар. То есть берем аккорд ГМ, делаем 1 удар вниз, 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 вверх, 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 вниз, вверх, вниз. Вниз, вниз, вверх, 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 вниз, вверх, вниз. И
Дальше идет у нас припев. В припеве у нас аккорды ГМ, ЕБ, СМ и ДМ. Бой такой же, как и в припевной части. Все слитно, то есть. Вот и все. Сегодня мы с вами уже потанцевали, и урок подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе новых разборов. И до новых встреч!